зайдете, вы главное поставите и распишитесь. Потом эти же бойцы их укладут, это уже будут ваши проблемы, а не наши. Я честно говорю. Никто их по второму разу... Там как-то заварит, как-то а как? Ничего не сделаете. На котором на коридоре. Половина проблема у нас была. Пока этаж не закроете, вот соседи не заселят, этаж пока не закроют. Ничего, ничем себе не будет. А там не закроешь, они возле лифта. Я просто не видела. Да. Ну, электро, да, а вода все возле лифта. А что, нельзя как-то поставить? А как, что ты, на лифт замок поставишь? А что, подождите, у нас тоже, у нас... Выходишь вот с лифта с правой стороны, вот идут сначала эти счетчики, там где вода, то все, отопление. Это коридорчик? Да, 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 да. А у нас, мы, получается, дверь закрыли от лифта и на этаж. Ну, на лифту могут все равно подняться. А, по техническим тоже нельзя на лестницу закрывать. И нам это как бы не интересно. Нам тоже бы интересно. Зашли все. Не, ну мы же как вы говорили, что мы с вами просто как. Вы нам дадите, мы расписались, а уже сами поставим, чтобы, грубо говоря, не украли. Правильно? Потому что соседи ваши сходиться будут до Нового года. Ну я понял, да, что даже это в лучшем случае, если еще на Новый год сойдется 70%, это будет идеальный вариант. Остальные еще будут сходиться. До весны следующей. Кому надо, это вам нужна, да, конечно, а кому-то не нужна. Бог, чтобы за пару лет хоть сошли. Да. Понятно, главное, что мы услышали. Вы поймите просто нас, потому что с людьми договариваются на ремонт, а люди же тоже не сидят, не ждут. Ты вроде один срок говоришь, потом второй, потом третий. А потом получается, что тебе чуть ли не самому штукатурку делает лицо ложить, понимаете? Поэтому мы переживаем, что как бы... Что если мы договорились после 20 июня, то мы рассчитываем на это и уже с людьми договариваем. А подскажите, что вот мы в субботу были, обратили, сразу не обратили внимания, там в квартире подоконника не сзади. Просто еще не установили. Зачем его надо писать сюда? Да? Напишите. А так они должны стоять уже, да? Напишите. Я просто раз в три дня предъявляю все записи. Потому что это подоконник написал, дверь домой написала. Ну подоконник напишите, потому что их тоже один вам не привезут. Ему надо собрать их штук 20 хотя бы, ну этих замечаний. Ну, это же логично, да, чтобы заказать эти подоконники, чтобы их привезли, поставили. Один никто сюда не попадет. То есть я же понимаю, в квартирах полностью все готово, то есть если чего-то нету, то можно писать, правильно? Да. То есть уже должно все быть уже из того, что должно быть, да? Фурнитура на окнах тоже должна быть? Нет, фурнитуру выдают уже когда с ключами. Да, 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 это с ключами. Подоконник должен быть у вас, если нет, ну, значит его поставят. А еще можно вопрос? Там на кухне вывод канализации, вот мы заходили в продукцию, вот еще... У меня месяц там открыто было на четвертом. Она говорит, надо, что у нас на уровне пола делается, а там высоковато делается. Это толкнул, открыто, трошки, по сторону. Это надо смотреть. А когда можно, когда вам удобно, чтобы я подошла? Вы здесь постоянно. А ваши контакты можно? Просто когда вам удобнее, чтобы я подошла, мы пошли с вами. Я на месте поглянули, вроде как все нормально. Что-то кажется, надо ходить. Надо, конечно. Если там он гадят... Да я же говорю, я вообще тебе спрашиваю, кишка. А говорил, что там есть проблемы с ТУ на воду, подключение коллектора, или это... Проблемы есть всегда, пока не выполнишь тех условий. Мы их сейчас заканчиваем выполнять. Я так поняла, да. Вот это тоже к ТУ. Это как бы оно не относится к этим домам, вот эта вот трасса, которую сейчас делаем. Вот это технические условия. Надо закончить. Там камеру надо закончить, черт знает где. Это технические условия. На Подлесной. Да, вот мы их выполняем сейчас, заканчиваем. Это тоже связано? Ну как, ну когда тех условия выдают, вот Киев водоканал взял, написал, что вот ему надо реконструировать камеру. Или это по теплотрассе камера, да? Да. По теплотрассе? Да, по теплотрассе Киев-Энерго. Ну, кстати, надо сделать реконструкцию. Ну, куда мы денемся? Как все жили у нас. Ну, что здесь? Они, да, все, всегда чужими руками. Они монополисты, они считают, что эти два дома создают критическую ситуацию, вот, что здесь чего-то в той камере не хватает. Может, они правы. Ну, вот мы и выполняем это. Точно так же, как этот раз. Вот, они считают, что без нее... Ну, да. А по времени это... А? По времени... По времени... Мы планируем... Ну, это документы. Получить акт технической приемки. Это чисто Киев-Энерго, да? Нет, у нас Киев-Энерго,
Водоканал. Это не получается отличить нас, когда запишут на ремонт по временному договору без вот этого ТУ. Да. А ТУ уже будет подчиняться к основному. Почему мы говорим пока, что строительство, скажем, как только мы это сделаем, поверьте, мы сами будем все и себя подпихивать, с ним это и все, чтобы вы заключили напрямую договора с ним, мы разбежаемся, потому что это деньги наши. Тогда другая. Как с Джеком?